Диалог на равных. Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Кипр. Никос Анастасиадис прилетел в Москву по специальному приглашению. Между странами уже действуют более 40 соглашений. Во вторник этот пакет заметно пополнился, заявил президент Владимир Путин. Выделю, конечно, совместную программу действий на 2018-2020 годы, которая предусматривает самые различные шаги по дальнейшему наращиванию двухсторонних связей. Особое внимание уделяли сегодня экономическим аспектам российско-кипрского взаимодействия. Неблагоприятная глобальная конъюнктура и внешние ограничения, вызванные политическими причинами, в течение предыдущих 3 лет негативно сказались на динамике товарооборота. Благодаря предпринятым совместным усилиям за 8 месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос на 36%. Кипр заинтересован в покупке российской авиатехники и кораблей. Также речь зашла о поставках агропромышленной продукции. Часть переговоров президенты посвятили борьбе с терроризмом. «У Кипра стратегическое положение, рядом с Ближним Востоком», — отметил Владимир Путин. Говорили о необходимости восстановления христианского присутствия в этом регионе мира. Говорили о необходимости восстановления общин и нормального диалога между ними. Никос Анастасиадис поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и пригласил российского лидера в ближайшее время посетить Кипр. Остров уже давно стал популярным местом отдыха для многих россиян.